Курорт Домбай открыл горнолыжный сезон, и в этом году он посвящен столетию Карачаево-Черкесии. Программа была насыщенной, можно было полетать на воздушном шаре и встать на лыжи. Праздник, организованный для любителей активного зимнего отдыха, проходил на главном склоне Муса-Читара. Из снежного Домбая репортаж Ахмата Халкечева. Весьма яркой и насыщенной оказалась программа торжественного открытия нового сезона, подготовленная организаторами. Первыми по горному склону парадом проехались ратраки, ну а за ними был осуществлен массовый спуск, участники которого несли флаги России и Карачаево-Черкесии. Участие в красочном флешмобе, кроме инструкторов, спасателей и сотрудников различных служб курорта, приняли еще и туристы из разных регионов нашей страны. Ну вот общий спуск нет, я никогда не делал. Вот именно толпой спуститься, первый опыт такой, да. Да, первый опыт. И понравилось вам? Да. Незабываемые впечатления туристам, предпочитающим активный зимний отдых и поклонникам горнолыжного спорта, в этом сезоне обеспечат 9 трасс различной степени сложности. Из них одна зеленая, рассчитанная для начинающих, 3 синих средней сложности и 4 красных из категории повышенной сложности. А для асов исключительно высокого уровня есть еще одна черная трасса. На этот год мы подготовили несколько участков таких съездов с трасс, удобных для туристов, расширили трассы, по безопасности поработали. Ну, мы готовы к этому году. По случаю праздника для новичков, кто впервые становится на лыжи или на сноуборд, были организованы бесплатные обучающие мастер-классы. Снег, выпавший весьма кстати, и неописуемые виды главного Кавказского хребта, открывающиеся со склона Муса-Читара, лишний раз убеждали в правильности своего выбора и тех, кто посещает Домбай в первый раз. Впервые здесь, удивлены красотой гор, ты просыпаешься утром, удивительные виды, удивительный рассвет, птицы поют, снег хрустит, все очень классно. Очень рада, что Домбай встретил нас снегом, очень сильно переживали, что его не будет, и это свершилось. Мы когда выезжали, снега вообще не было, и именно день приезда выпало очень много снега, и это максимально здорово, вот состоялся, все здорово. И открытие сезона совершилось вообще на 100%, очень классно, позитивно. По уже сложившейся традиции последних лет, Минтуризм Республики прогнозирует значительный рост туристического потока и в этом сезоне. Ну а наши курорты, в свою очередь, подготовились с учетом всех статистических данных и профессиональных прогнозов. Расширены штаты инструкторского состава, лыжных патрулей и спасательных служб. Стоит отметить, что ежегодное количество туристов в Карачаево-Черкесскую республику растет. В прошлом году это был 1 749 000 человек, а это 2021 год. В 2022 году будет увеличение количества, ожидается увеличение количества на 1 900 000 туристов. И зимний сезон обещает быть самым насыщенным. Стоит отметить, что когда делалась статистика по наполненности курорта туристами на новогодние каникулы, на 95-98% были заняты уже все гостиницы. Ну а те, кому мало адреналина на горных склонах, за острыми ощущениями отправлялись на воздушном шаре. Вот и состоялось открытие нового сезона. В этом году, помимо активных горнолыжных видов спорта, туристов ждут еще и всевозможные виды воздушных развлечений, которые обеспечат специалисты высокой квалификации Федерации по воздухоплаванию Карачаево-Черкесии. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, с Домбайского неба.